Ягоды черной смородины рекомендуется употреблять в количестве 100 грамм в день в качестве профилактики рака. Смородина является источником пектина, природного адсорбента, который связывает и выводит из кишечника вредные вещества, поэтому отвары смородины полезны при отравлениях. Важно помнить, что полезны не только ягоды смородины, но и листья. Они содержат фитонциды, дубильные и эфирные вещества, обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием. В ягодах черной и красной смородины в 3 раза больше витамина С, чем в апельсинах и лимонах. Витамин С выполняет массу важных функций в организме человека, в том числе участвует в синтезе коллагена и эластина кожи. Польза смородины для женского здоровья. Благодаря высокому содержанию витамина С, плоды черной смородины могут служить дополнением к лечению инфекций и воспалений мочевых путей, например, цистита. Антоцианы, которые содержатся в плодах смородины, являются мощными антиоксидантами, способны улучшить кровоток и активизировать работу лимфатической системы. Поэтому есть смородину рекомендуется тем, у кого в жаркую погоду часто возникают отеки. 100 граммов смородины в день и достаточное количество жидкости помогут уменьшить отечность. Антиоксиданты позволяют замедлить процессы старения и восстановить активность клеток. Это особенно важно для тех, кто живет в мегаполисах. Помимо этого, ягоды принесут пользу девушкам, страдающим от болезненных симптомов ПМС, а также женщинам в период климакса. Польза смородины для мужского здоровья. Селен, цинк, витамин А и С, которыми богата смородина, участвуют в синтезе тестостерона. Аскорбиновая кислота стимулирует выработку дофамина, который способствует повышению мужского либидо. За счет сосудорасширяющего действия регулярное употребление черной смородины способно улучшить эрекцию, разумеется, при соблюдении основных правил здорового образа жизни и сбалансированном рационе. Органические кислоты плодов смородины стимулируют секрецию желудочных ферментов, что, в свою очередь, улучшает пищеварение и снимает спазмы кишечника. Кому рекомендуется есть смородину? Смородина богата витаминами и микроэлементами, которые поддерживают организм и помогают сопротивляться вирусам и бактериям, поэтому ягода незаменима для людей с пониженным иммунитетом. При этом важно знать, что многими витаминами, например, витамином С, невозможно запастись впрок, поэтому летом, когда созревает смородина, ее стоит есть понемногу, но каждый день. Врачи рекомендуют регулярно есть смородину тем, у кого диагностирован артрит и подагра. Это станет отличным дополнением к традиционным методам и медикаментам. Тем, кто хочет сбросить вес, также стоит включить рацион смородину. Антоцианы в составе черной смородины препятствуют набору лишнего веса и улучшают обмен глюкозы, а соответственно рекомендованы людям с ожирением и преддиабетом. Кроме этого, смородина полезна при атеросклерозе, болезнях печени и дыхательных путей, гипертонии и нарушенном обмене веществ. Ягоды оказывают мочегонное и противовоспалительное действие. Не забывайте, что ягоды – это источник простых углеводов, количество которых в рационе следует контролировать. Общее количество ягод, которые вы можете съесть в течение дня – около 2 чашек, и желательно их съесть до 17:00. Употреблять ягоды в пищу лучше свежими и ни с чем не смешивать. С осторожностью свежие ягоды следует есть людям с повышенной кислотностью желудка. В каких случаях смородина может навредить организму? Смородину не рекомендуют употреблять при обострении хронических заболеваний ЖКТ, так как органические кислоты способны вызвать раздражение слизистой, а также людям с гастритом и повышенной кислотностью. Ягоды смородины противопоказаны при диагнозе тромбоз, поскольку разжижение крови может спровоцировать отрыв сгустка. Болезнь Феллинга – это патологическая склонность к накоплению фенилаланина – также является противопоказанием. Употребление черной смородины при таком диагнозе может вызвать тяжелое поражение нервной системы. И, конечно, смородину нужно исключить при аллергии и индивидуальной непереносимости. Она может вызвать головную боль, диарею, рвоту, насморк и сыпь.